Кубок Содружества – это престижные соревнования, на которые региональные федерации карате охотно и регулярно вывозят своих бойцов. О статусе турнира говорит и то, что на него приезжают легендарные мастера из Японии. Мы туда привезли свою команду сильнейших и сильнейших. И не только. Также туда ездили ребята, которые занимаются первый год, и решили попробовать себя более высоких турниров, высокого класса. Также получить опыт на данных соревнованиях, потому что спортсмены приезжают не только из России, но бывали такие случаи, когда приезжали даже с Украины, с Франции. На турнире присутствовал комиссар из Японии, знаменитый сенсей Танака Такинори. Рязанские спортсмены Федерации стилевого карате показали на турнире без преувеличения выдающиеся результаты. Высшую награду в разделе формальных упражнений «Кота» среди девушек 17-18 лет привезла в наш город Настя Крикля. Именно в ее спортивной сумке впервые приехала в Рязань хрустальная катана. Я участвовала в категории кота и кумите. В кота я держала победу, завоевав хрустальный меч, а в кумите я стала третьей в категории девушек 16-17 лет. Я демонстрировала кота джион. Это мастерская кота считается. Да, это одно из мастерских катов. Долго тренировали его? Да, я отрабатывала его много лет перед тем, как выступить с ним на татами. То есть не сразу поехали на первый год отработки, даже не на второй, а только когда были уверены? Да, когда уверен, что смогу его исполнить достойно. Ну, меч стоял перед глазами, когда исполняли катов? Да, однозначно, очень хотелось, и вообще это была мечта. Я не думала. А это второй рязанский каратист, который отстоял честь области на Кубке Содружества. Вы видите, как 10-летний Никита Шумкин выполняет мастерскую кота джион в зале родного клуба. А в «Гусе Хрустальном» он выходил на татами в свободном поединке. 50 его сверстников пытались оспорить призовые места турнира, но юный рязанский боец в честной схватке победил почти всех соперников и взял серебро Кубка Содружества. Федерация стилевого карате региона позиционирует и пропагандирует японское искусство пустой руки как массовый вид спорта. Огромное количество желающих заниматься, от совсем малышей до взрослых спортсменов, свидетельствует. Карате активно идет, что называется, в народ. Но это не значит, что здесь не взрастают бойцы высокого уровня. Результаты, показанные рязанцами на Кубке Содружества, лишнее тому доказательство. Поздравляем!